Всем привет! Blender 2.81. Информация этого ролика взята с канала Marcom 3D. И что это будет у нас? Вот смотрите, удар и стена вот так вот падает. Давайте рассмотрим, как это все сделать. Находим вот, включаем вот такой у нас куб. Камеру можно со светом отключить. Заходим теперь в Edit, находим преференции, находим аддоны и подключаем аддон, пишем cell английскими. И вот Object Cell фактуры. О, ё-ма. Вот этот ставите вот тут вот так вот галочку и все, аддон включен. Здесь вот можно автоматическое сохранение поставить или сохранить Save Preference вот это. Ну и погнали рассматривать. Так, есть куб. Заходим в Edit Mode. Добавляем ему Subdivision. Вот так вот. И прибавляем их вот в этой вкладке. Ну где-то до 4. 4 ставим. И заходим в Object Mode. Теперь Object. Находим вот этот Cell Factor. Quick Effects. И высвечивается вот такое вот окошко с настройками. Ставим Surface Limit вот этот. Где-то 280. И Noise 1. Также массу можно уменьшить. Будет больше разлетаться. Массу прибавить. Будет меньше разлетаться камень. Жмем ОК. Вот теперь полигоны заполняются вот такими кусками. Типа скалы. Ждем. Сейчас все это дело выделится и посмотрим, что да как. Выделение получилось. Жмем пробел. Вот такая штука, да? Ставим теперь в Object. Находим Rigify Body. Ставим Add Active. Нажимаем, опускается куб. Вот этот куб можно удалить и вернуть на таймлайне вот этот куб назад. Так, теперь ставим в Add, находим Mesh, находим план, жмем S, увеличиваем план, тройка на NumPad и опускаем вот этот вот план вот до сюда. Заходим в Object, находим Rigify Body, ставим пассив, Add пассив. Ну и смотрим, что будет получаться. Жмем. Вот разваливается камень. Прикольная штука. Вот так вот сохранить уже можно будет сделать скалы. Выбрать какой-нибудь валун, можно его использовать уже в каком-нибудь проекте. Так, ну вот так это все дело работает. Давайте теперь рассмотрим другой вариант. New General. Don't Save. Вот есть куб, тройка на нампаде. Опять же, камеру можно выключить, свет выключить. Приподнимаем немножко все это дело вот таким вот образом. Ставим трансформ, уплотняем вот так. И вот так вот вытягиваем. Немножко еще можно приподнять. Ну и опять же заходим в Edit Mode и добавляем в Edge Subdivision. Ну, где-то 4 тоже поставить, чтобы немного их было. Так, опять же Object Mode. Select Box Transpose можно убрать. Теперь заходим, находим вот эту функцию Physics Properties Edit. Rigify Body включаем, это будет у нас актив. Смотрим, что у него здесь есть. Динамик. Ставим галочку. И ставим еще галочку старт деактивация. Вот на эту нажимаете. Рядом с деактивацией вот черный треугольничек. На него нажимаем. Теперь смотрим, что да как. И жмем Rigify Body Copy from Active. Так, смотрим, что да как. Почему исчезло что-то файл, так
находим Object Quick Effect, Server Quick Effect ставим, чуть прибавляем. Бывает, вылетает программа после этого аддона. Так, массу чуть побольше. На Ctrl-Z сжать вообще не рекомендую. Получается неинтересно. Вылетает программа. Так, повторяем, что тут все установлено. Вот теперь появились кубы. Добавляем Add Mesh Plan. Жмем S. Увеличиваем план. Ставим плану Rigify Body Passive. Смотрим, как тут все работает. Вы видите, что включаю, она стоит на месте. Стена не рушится. Возвращаем таймлайн назад, вот этот. Вот здесь он находится. И теперь подгрузить файл нужно болвана. FBX. Так, теперь USB. Так, для проектов. И находим вот этого болвана. Болвана немножко увеличим S. Сделаем его побольше. Тройка на нампаде и немножко болвана отведем вот сюда. Так, все стоит. Нажимаем теперь щелчок на персонаж и жмем Rigify Body и ставим ему пассив. И ставим анимация. Вот теперь включаем. Назад возвращаем. Это пассив стоит. Куб можно. Так, и что у нас тут такое? Анимация включена. Выделяем куб. И через Shift выделяем все вот эти кубы. Так, жмем, смотрим, что тут вылетело, что нет. Так, здесь немножко можно прибавить. Object находим. Rigify Body Copy From Active. Ждем, смотрим. Так, включаем Play. Все, вот она пошла. Теперь вот этот куб. Можно или удалить, или отключить. Вот. Ставим 53 кадра. Enter. И смотрим, что будет получаться. Вот вы видите, она рано начинает разлетаться. Но вся фишка в чем? Если сейчас мы на первый кадр уйдем и выделим болвана и отключим ему анимацию, стена будет стоять на месте, вы видите. Она будет рушиться только, когда включена анимация вот эта. Вот так. И как это все сделать можно? Выбираем косточки. Вот у нас здесь прописано именно вот эти этапы. Покадровка, да? И теперь жмем G и просто отводим подальше. Подгадываем, смотрим. Так, play. Вот такая прикольная штука. Почему они так падают? Потому что массу я поставил потяжелее. Если массу поставить поменьше, она будет разлетаться в разные стороны. Это будет жесть. Это как взрыв еще можно сделать. Прикольно. Опять же, эту стену можно положить на низ, и как будто сверху кто-то прыгает, ударяет, типа причал, и все это дело рассыпается. Еще как можно сделать? Ну, опять же, фантазии, да? Вот здесь разлетается вся стена. А нам нужно, допустим,
угол как-то сделать, чтобы разлетался. Вот можно сделать две части, одну обрезать так, а угол будет два сабтула типа. И вот один сабтул сделать, чтобы или середину кругом как-то сделать, как будто он в середину бьет, круг этот рассыпается, а стена стоит на месте. И на той стороне видно, типа, как забор проломил. Ну, где-то в таком духе я представляю себе этот вопрос. Можно еще это дело попробовать потом. Ну вот, все. Всем пока, до свидания. Такая вот информация.